Так, ну что, давайте разбираться в обновлении, которое вышло сегодня, 6 декабря 2023 года. Это обновление посвящено карте Ронда. Соответственно, вышел новый Battle Pass, вышла новая пушечка с укрытия, долгожданная, которую я ждал. Это калашик, давайте сразу посмотрим. Ну и, соответственно, я думаю, что мы его прокачаем. Так как у нас есть уже 40 чертежей, в принципе, нам можно даже его выбить, наверное, это самое дешевое оружие для нас получится. Так, ну и вот такой вот кейсик, сразу получается схема для него, это мы чуть посмотрим попозже. Давайте посмотрим также, что у нас идет тут в комплекте, СЛРочка с батлстатом, вот такая вот интересная, корячок. Ну, коря, кстати, такой был уже. Это один из первых коряков с батлстатом. Вот такой вот берильчик вернули. И одну из самых красивых М24. Найс. Вот эта М24 самая любимая моя. Если что. Вот я думал, они наподобие что-то сделают. Прогрессив ган. Такую КБЗ я не видел, это новая. К2 тоже такую не видел, тоже новая. Это старенький скин, это тоже. Ну и в принципе такой калашик тоже, по-моему, не видел. Ну и на P90, у кого нет, можете выбить. В принципе, скинчик. Ну и больше тут ничего нет. Давайте посмотрим, что у нас калаш. Их всего 6 уровней. О, ё-моё. Ну, обижают. Обижают. А вот так будет скин выглядеть прицелов. Ага. А, ну так это мне его только выбить нужно, и все. И я его сразу прокачаю, получается. Так, батлстат убийства. Ну, такой вот он. Ну, типа новенький будет. Необычные косметические. Скин лента убийств. Редкие косметические. Ну, блин, так-то нормально выглядит. Ну, его нужно по-любому 6-й левел делать. И вот такой вот. Это вся схема. Не, ну вот этот выглядит поприкольней, да? Красный. Красный выглядит по схеме, я даже не знаю. Ну, наверное, я не хочу схему. Вот так мне больше нравится. Так как-то, ну, фиг его знает. Некрасивые цвета. Короче, со схемой лучше. Ладно, го смотреть Battle Pass. Тут будет 3 путя. По-любому вы все равно пойдете. Поэтому вот можем посмотреть первый путь. Это до 31 левела, это бонусный. Так, подождите, первый путь это до 11, потом до 21, и бонусный четвертый путь до 31. Так, на первом пути нам дают вот такой вот платьишко. Вот тут можно просмотр сделать. Вот такую кофту. Очки. Такую юбку. Ну, на мужике, конечно, не особо, это все понятно, что для девчонок делается. Потом дают вот такой вот М24. Ну, ничего такая. С градиентиком. Но, если честно, не очень. Парашютик. Что тут? Dancing with Lions. Танцуй как лев. Ну, я думаю, что будут покупать. Ну, танцы, я уже давно на них внимания не обращаю. Вот такой кулончик на оружие. Бусбипишек, ашки. Это, кстати, нам надо. О, нам дали их. Найс. Сейчас купим какой-нибудь сетик. Бипишки, ключи, 2 штуки. И вот такой вот этот. Эмблемку. Ну, не эмблемку, а как она называется. Напишите в комментариях, как она называется там. Не помню. Так, на втором пути нам дают... Вот такой вот костюмчик. Это уже мужицкое. Мужицкое пошло. Мужицкое. Так, вот такие брючки и вот такой вот этот пиджачок. Такая рубашка. С такими брючками, наверное. Ну да. Ну и кроссовки тут под них. Ну и вот такой. Это, наверное, без штанов носится. Или со штанами. Как это называется? Типа кимоно что-то. Короче, вот такое дают. Потом М-ку дают вот такую. Ну, в принципе, М-ка ничего такая, если у вас вообще скина нет. То, в принципе, можно с этой погонять нормально. Такую каску белую. Ну, кстати, под цвет классно подходит.
я ее буду одевать по-любому. Потом снова ашки дают. Кстати, акоины, действительно, это первый батл пас, где дают акоины, это нормально. Бонусные кейсы 3 штуки, 400 полимеров, 3 ключика, бипишки и вот такая вот эта штуковина. Девушка танцует. На третьем пути нам дают вот такое вот снаряжение девчачье. Ну, блин. Ну, платье ничего такое. Но не на этом. Очки без линз, я так понял. Ну и вот такая вот. Ну и тут волосня, короче. Что-то синее оно. Дальше дают тачку на скин на Досю. На Досе. Прикольный. Плюс чат, если хотел также шестерку разукрасить у батя. Чтобы пламя прям было. Вау, гонщик нереальный просто. Так, дальше рюкзачок. Такой вот. Ну, кстати, рюкзаки прикольные, типа с рыбками такие спокойные. Мне вот такой нравится. Китайская какая-то церемония чайная тут. За вас. Выпьет? Нет? Или просто будет стоять с чаечком? Ну так попей. Угу. Только нюхает. И скажите ему кто-то, что это пить нужно, а не нюхать. И говорит, что тут-тут. Короче, он не пьет. А вот такой вот веер. Это граффити. А далее новый кейсик дают. Посмотрим, что в них лежит. Пока не знаем. Все, посмотрим. Далее чертеж дают. Купончики дают. И джикоин 500 штук. И вот такой вот бонусная вот эта вот эмблемка. Вот эта эмблема, если что. Далее, на бонусном пути нам дают 5, короче, тут в общем 10 купончиков и 2 кейсика и, в общем, вот такой вот, это медаль для батлпассов. Типа, если вы выходите за уровни, за все, то вам дают каждый уровень вот такую вот медальку. По-моему, что-то 1000, по-моему, этих медалек. Нужно, чтобы золотой вот такой вот быть. Так, ну и давайте посмотрим. Батлпас посмотрели, можно посмотреть уже, наверное. Тогда что это за кейсы? В них? А, ну это типа тоже оттиск набора, просто билет выжившего. Ну давайте пооткрываем. Я не знаю, тут что посмотреть вообще нельзя, по-моему. А, ну даже так нормально сыпет. Типа с него легендарки только сыпят или что? Ну, я так понял, тут оттиск набора все равно. А, типа и это. В итоге нам уже можно, да, купить что-то. Так, подождите. Мастерская и особое создание. У меня 109 уже их есть. Нормально. Они добавили еще сюда? Охренеть! Новые сеты? Взгляните! Вот это мы сейчас купим. Вот это мы сейчас купим. Аж лень не встать. Ну вот это прикольно выглядит. Мне нравится. Типа эти лапы осьминога, типа липучки присосаться к кому-нибудь нормально. Такой противогазной. Но таких скинов я еще не видел на самом деле. Прикольный девчачий скин. Ну на девчонку, типа, мне кажется, даже посимпатичнее будет. Если честно. Но тут выглядит прям прикольно. ХЗ. Будем брать? На девчонку будем брать? Или на пацана, ребят? Голосуем. Вот такой будем брать на мужика? Сетик. Или вот такой вот на девчонку будем брать? Блин, ну вот если тут по картинкам смотреть, то как будто бы... я не знаю даже... Ну, мужика, да, нужно? Ну, давайте мужицкий возьмем, сразу приоденемся тогда. Блин, да прикольно, мне понравилось. Не знаю, как вам, но мне понравилось. Единственное, что тут нужно каску снять. Подождите, я так сделаю. Оп, да ё-моё, снимись. У меня акваланг. Так, это сюда. Это сюда. Это что такое далее? Ну, что-то еще тут, да. А, это потом будет, забейте. Это пока что не нужно смотреть. Какие-то штаны прикольные, кстати, дали. Так, вот так вот. Оп. Обувь. Оба.
руки. Опа. И снаряжение. Ну, тут снаряжение это фигня, короче. Так, ну и что-то на голову надо надеть, да, наверное? Опа, шикардос. Не, на голову надо просто прическу поменять, и все, и будет нормально. Причесон. Так, какой нам причесон сделать? Вот такой не пойдет. Такой не пойдет. О, это вообще... А вот, давайте зелененькие волосы херанем и скайф. Во, шикардос, нормально, приоделись. Хорошо, хорошо. Так, далее, что у нас? Ну, Ронда понятно, да, мы, наверное, отдельной картой потом это запишем. Ну, отдельным роликом это все запишем. Пока что мы так, просто по обнове. Так, ну что, давайте тогда, наверное, что мы будем делать? Так, ну тут за 6500, за 3000 можно, да, купить? Ну, нет. Короче, мы сейчас пооткрываем тогда, получается, кейсики. Я не знаю, нужно что-то покупать в магазине-то вообще, что еще? Давайте посмотрим нового. Так, магазин, да, я же не сказал, даже в магазине посмотрели мы. Давайте посмотрим в магазине. В общем, ящики с акоинами, то есть, ну, как всегда, да, было. $4, даже не джикоинов, а доллары, да, стоит $5 Battle Pass, и 10 левелов стоит $15. Ну, то есть, Battle Pass плюс 10 левелов. Набор Legion J. Вот такой вот наборчик, это, блин, ну не видно из-за маски, ё-моё, давайте я её сниму быстренько, чтобы показать набор Ли Анже, или как он там называется, не знаю, этот, выговаривать сложно, у них там у всех такие, Ли Джон Дже, короче, вот такой вот мужик, я так понял, это актер какой-то, снайпер типа, с чего он там стреляет. Ну, это такой, кстати, нету снайперки у нас. Это, по-моему, как раз-таки на пятерочках СПРочка. И вот такой вот актер. Ну, это точно актер. Он что, в папке играет или что? Зачем он здесь? Дэниел Ву. Ну, нормально. Нормально. Далее есть комплекты. Давайте просто посмотрим сначала по отдельности, а потом все вместе, что там бонусами дают. Вот такой вот комплект, если вы прям лютый солдат. И, блин, ну прикольно на этот, на СВД скин. А ничего так. Ну не, первый больше нравится, ну, который вышел, там с батлстатом, даже менять не буду. Вот такой вот, ну это все макеты перекрашенные на самом деле. Кто любит с рогами ходить. И вот такой вот скинчик на эйс. Ничего такой. Говно, если честно. Ну и вот такой вот. Блин, на самом деле, вот если так смотреть, то мне проще было сделать реально девчачий, да, девчачьего персонажа, и по идее все бы подошло. Но вот на мужском и как примерять? Ну это все девчачье. Типа я же не буду в мужике таком ходить. Вот с такими волосами. Ну это жесть, конечно. Так, ну и вот такой вот сет за 4200. Почему они, интересно, всегда скидку пишут? Типа 12350, но вы купите за 4200 сразу же сходу. Ни разу не видел, чтобы без скидки продавали что-то вот такое. Так, ну и вот такой вот рюкзачок, короче, первого уровня. Типа печенька, крекер. Охуя. Сука, что это? Что это? Что это? Ёперный театр. О, жесть какая. Так, и это, я, получается, не бонусно, они просто тут, типа, идут как дополнительно. То есть вы можете получить все те скины и плюс вот эти. А, далее вот такой вот граффити, вот такую вот эту фигню и... Ну, это, по-моему, это... Ну, вот, мне кажется, в мозгах у разработчиков вот так же там. Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Жопа, короче. Ну, отдельно вы можете этот костюмчик купить за 800. Не знаю, что, покупать его, не покупать. Да ну нахер, ну, я что, долбоёб, что ли? Не буду я его покупать.
Жесть, вообще это кринж. Кринжатина. Конкретная. Так, ладно, короче. Что, пойдемте тогда выбивать калаш, да? Вы ждали? Вы ждали калашек? Давайте попробуем с халявы. Ну, в принципе, наверное, я на все открою. Что таить? Если, короче, не выбью, то выйдет второй ролик, скорее всего. Не забывайте лайки ставить. Камон, вы че, блин? Ну, живо поставь. Лайк. С халявы выпадет сейчас, смотрите. Не, ну с халявы, я не знаю. Я не такой везучий, чтоб мне что-то падло. Придется так выбивать, ребят. Придется так выбивать. Ну все, let's go, погнали. Не на что ставить лайк. На сегодня минус 40. А что может быть лучше, чем запустить? У нас тоже холодно в Питере сегодня. Так, ладно, let's go, короче, не отвлекаемся, погнали. Сейчас золотой кейс выпадет, и там будет калаш сразу. Ну вот если сейчас не будет золотого, то лучше, наверное, позже вообще открывать. Так, еще раз открою, если не будет золотого, то реально лучше позже открыть. Ну да, это лучше позже, короче, я не буду сейчас открывать. Короче, расскажу вам секрет. Лучше открывать тогда, когда меньше всего онлайна. Потому что сейчас, скорее всего, много народу крутит. И я заметил такую хрень, что когда только обнова выходит, очень какой-то маленький шанс выпада, что ли, что вообще не падает. А типа ближе там к вечеру всегда нормально просто сыпет. Ну, короче, вот как-то так. Они, кстати, добавили еще и билет сюда. В общем, ну, давайте, ладно, еще ластовую, короче, крутанем. Я не могу остановиться. Вот, давайте крутанем все-таки. Я вам докажу, что вот сейчас, скорее всего, золотых не будет. Типа, лучше реально открывать после обновы. Ну, где-то, наверное, лучше ночью вообще кейсы крутить. Потому что вот как раз-таки, когда много онлайна, скорее всего, вам вообще ничего не выпадет. Вот видите? То есть я доказываю вам, что действительно нахер ничего не падает. Лучше ночью открывать. А потом во вторую часть вы посмотрите, как оно все открывает. Вы посмотрите, как потом будет сыпать кейсы. Вот вам, пожалуйста. Я вам просто доказываю, что сейчас нахрен ничего не падает. Ну, это херня. Типа за 60 кейсов один золотой. Ну, это херня. Так что вот как-то так. Ну и берил батлстат, который нахер не нужен. В принципе, тут был и так. Так, ладно, короче. Или не было? Нет, не было. Короче, тогда с калашом получается что? Ну я не знаю, сейчас я напишу еще. В любом случае с калашом выйдет ролик.